Да, 10:47. Пойдем. Пойдемте на трибуну. Вот, я вспомнил это слово, которое видите? Там вообще сады есть. Огороды, видишь? Да. Интересно, мы можем играть в гольф? Она ничего не говорила. Можем. Где скрин? Ну, такой? Я бы не стал платить за деньги, потому что я не умею. Я тоже. Что-то не имеет желания. Ну, давай подключиться. Ну, ладно, что, мы уже хотим, чтобы на каждом углу был. Да. Во сколько у вас? 12. Нет, у нас ланч в 12. Ланч? Ну, гость. Кстати, это рай для идеалистов, мне кажется. Это так все выстроено. Рай для идеалиста, который, да, которому не нужна организация здесь. Да, кстати. Ну, это туман или это всегда так город? Да, мне кажется, это туман. Сколько есть? Ну куда ведут эти горы, я не понимаю. Запретный лес, говорю. Хочется так, хоп, а смотри, что там. Или они там. Пуштушки, роботы, что ли, Корея. Нанотехнология. Музей корейцев. Да, да, да. Ну почему тогда там есть контрольно-пропускной пункт, а здесь нет? Здесь нет. Я не понимаю. А между забором нет ничего. Но это не для видимости. Ну, которую вот мы сегодня пили в столовке. Господи, назад даже смотреть не хочется. Какие звуки. И пустыня, никого нет. Фух, и перекати поле. Не вижу, вот так. Хочешь ножпочку? Нет, я боюсь рисковать на самом деле. Ходить по этой траве. Не, ребята, как в гольф играть? Пошли. Идут к мячу. Ну, скажут, нельзя, будем тут знать, что нельзя. Ну, да. Ну, просто ну, еще полчасик. Мост! Так, смотрю. А вообще, по сути, что здесь может быть, если даже кабинет ректора там? Бесполезное, но красивое здание. Что вам не так?